Так, а тут еще вопрос. Задачи левых, они входят в наш регламент или я не вводил? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Я вот хотел поддержать собираемся. Уважаемого профессора и тоже также повторить, что сегодня Россия не является империалистическим государством, но должна и станет этим империалистическим государством. Почему? Климин Алексей, экономист. Потому что, на мой взгляд, сегодня нельзя критиковать как бы империализм и говорить, что империализм это абсолютное зло. На мой взгляд, акценты надо сместить от империализма к либерализму. Почему? Вот потому что сегодня сумма всех активов на всех биржах в мире в 100 раз больше, вернее сумма всех акций на всех биржах в 100 раз больше, чем активы, все активы на Земле. И что это вызывает? Это вызывает кризис кредитов, который влечет за собой политические последствия, а именно растущее недовольство широких масс населения в мире вот этой либеральной мировой системой, которая установилась после 1945 года. Напомню, что мы сегодня живем в индустриальном обществе расширенного воспроизводства капитала. И Макс Вебер в 1905 году связал появление индустриального общества с попыткой реформирования христианской веры и появлением протестантской этики с особым отношением к труду и предпринимательской деятельности. Дарами этого духа выступили хозяйственная свобода, честность, трудолюбие, расчетливость и так далее. Но, значит, и как раз протестантская этика способствовала тому, что, значит, появилось как бы накопление богатства, да, и, значит, привело к материальному благополучию в мире. Да? Коротко, да, в 1945 году протестантская этика была вытеснена. Да. По поводу России. Да, значит, да, коротко. Значит, вот хочу напомнить, что в 70-х годах, когда СССР находился на пике своего могущества, 1% правящему классу принадлежало 20% мировых богатств. Сегодня 1% принадлежит 90% мировых богатств. И на мой взгляд, основным злом является как раз либерализм, а не, значит, империализм, как мы сегодня, значит, обсуждаем. Либерализм – основное зло, потому что либерализм настаивает на уничтожение человека как фактора. И сегодня надо рассматривать империализм не с точки зрения того, что какое-то государство империалистическое. Надо сегодня рассматривать глобальное общество с позиции клубов. Существует всего несколько клубов. Первый клуб, самый большой, это либеральный клуб. И в этот либеральный клуб входят как раз англосаксы. Вторым клубом являются традиционалисты, которые проиграли Первую и Вторую мировую войны. Это монархические дома там, и прочее, об этом вы все знаете. И ниже этих двух правящих клубов, а правит сегодня либерализм, традиционалисты пытаются сделать реванш. Ниже этих клубов находятся национальные бюрократии, у которых голоса нет. Плюс политические структуры 19 века. Это левый социинтерн, правый черный интернационал. И отдельно сегодня высветился уже новая сила, это политический ислам. Значит, Россия и Китай в рамках БРИКС предприняли последние годы попытку поднять свой статус в мире. Вот от тех национальных бюрократий, у которых голоса нет, до хотя бы государств второго уровня. До США, естественно, далеко не подняться, но хотя бы вытеснить оттуда, значит, Англию, Францию и так далее. Значит, но попытка России, вот связанные события в Крыму, в Донбассе, попытка России, значит, поднять свой статус, в 2014 году была перечеркнута фразой Чарльза, принца Чарльза, да, выступление было, при котором он сравнил Путина с Гитлером. Поэтому России не удалось, значит, после событий на Донбассе поднять свой статус в мире. И поэтому мой последний вывод, который я делаю, что сегодня надо обсуждать вопрос краха либерализма как основного зла. И в этом контексте империализм, он никакой роли не сыграет с точки зрения переформатирования мира. Только крах мировой либеральной системы позволит, значит, России прийти к тому, что она усилит, улучшит свой статус в мире и станет действительно одним из игроков, как вот сказал уважаемый профессор. Спасибо. Так, у кого-то еще была реплика? Ну, я хотел, может, я не знаю, за 3 минуты же ничего не скажешь, на самом деле. То есть, ну, из выступающих мне ближе всего, так сказать, Никита Ахмед, по крайней мере, он последовательный.
То есть вот у меня простой вопрос. А была ли, так сказать, Римская империя империалистическим государством? Причем здесь деньги? Причем здесь, так сказать, вот этот, как сказать, либерализм там и так далее? То есть империализм характеризует... И простой вопрос. А вообще государство может быть не империалистическим? По определению нет. Потому что любое государство – это монополия на насилие. И человеческое, так сказать, отрицается как таковое. Ну вот, это самое, Игорь Давыдов достаточно ярко говорил про человеческое. На уровне философском это звучит так, так сказать, экзистенциализм или эссенциализм. То есть, что первично, структуры, бытие, так сказать, как отчужденное от человека, сущность, или человек, как, так сказать, ну... конкретное существо. Дело в том, что проблема-то гораздо глубже, чем вот так, как она ставится. За любым политическим дискурсом следует дискурс концептуальный. Вот концептуальный дискурс мы оставим по ту сторону. Ну, как хотите. Я понимаю, что неинтересно. Дайте мне пару слов еще сказать, мою точку зрения. Вот так сказать, чтобы было ясно. Вот с моей точки зрения мы живем в определенном кризисном состоянии, в котором человечество вообще не находилось. Потому что вы скажите, людей... Россия империалистическая держава или нет? Если вам это не интересно, в терминах, знаете, терминах Россия, безусловно, является империалистической державой, как и все другие государства. Поэтому все другие государства, так сказать, против любого передела мира. Поэтому они так сказать, на... движение вот освободительное в рамках, так сказать, как и большевики выступали, коллега, государство трудящихся, так сказать, как альтернативная глобализация, а не в рамках существующих государств. Спасибо. Подождите, дайте мне закончить мысль, которую мне не дали сказать. Так вот я говорю, что если мы понимаем кризис современного мира, то я утверждаю, что кризис современного мира – это кризис библейской традиции. Все, точно. Вот этот монотеизм, это вас слышали, о котором мы говорим. Раз, коллег, хватит, спасибо. Послушайте, обратите внимание на экологию. Я здесь модерирую этот клуб, хорошо? Вот как вы, так сказать, вам не нравится здесь приходить на любой другой ситуации? Вот объясните в рамках вашего дискурса. Спасибо. Через ситуацию, через категорию отчуждения это видно непосредственно. Хорошо, спасибо. Значит, друзья, я понимаю, что у каждого есть свое мнение, да, обо всем сразу. Я могу проблему империализма объяснить с точки зрения восхождения к абстрактному конкретному и долго рассказывать про абстрактный конкрет. Значит, это будет правильно. Но давайте этого не будем делать. Значит, я предлагаю подводить некоторые итоги, поскольку Никита ушел. Значит, у меня есть предложение, чтобы заключение вот сделал Игорь, но я предварительно сформулирую несколько традиционных возражений, которые звучат в адрес коллег, выступающих с позиции, что Россия империалистическое государство и так далее. Значит, первое. Давайте попробуем отделить империалистическую полупериферию от неимпериалистической полупериферии. Действительно, любое государство стремится к внешним захватам. Любое государство участвует в конкуренции. В Африке можно найти фирмы 100 государств мира. И в любой другой стране тоже. Означает ли это, что каждое из 100 государств империалистическое? То есть у вас получается очень много империалистических государств. Казахстан империалистический. В некотором смысле Украина империалистическая по отношению к Молдавии. В некотором смысле все империалистические. Пакистан империалистический, Индия точно империалистическая. Бразилия абсолютно точно империалистическая. Венесуэла точно империалистическая. Да, так один сплошной империалистический мир. Да, вот где кончается? Это первое. Второе. Традиционное возражение, которое всегда звучит. Так ведь империалистический центр должен эксплуатировать периферию. Да? Вот считаете вы, что это должно быть или нет? Значит, если да, то значит, вот тут опять все считают, что Россия никого не эксплуатирует. Я так не считаю. Ну, просто... Говорю, я так не считаю. Я считаю, что Россия, да, эксплуатирует в отчасти. Да? Но вот в данном случае интересен вот этот вопрос. И как вы на это смотрите? Вот второй вопрос. Счастье по полной эксплуатации. Ну, коллеги, я ж не спорю. Значит, и последнее. Согласны ли вы вывести из дискурса рассмотрение внутри российских территорий? Потому что в то, что Москва эксплуатирует Московскую область, я с вами абсолютно согласен.
Поэтому Москва — это империалистическая держава. Правильно?